Оформленный подарок – это двойной подарок. Флорист-дизайнер Ирина Шапигузова предлагает использовать в основе оформления коробку, обтянутую мехом. Кроме того, нам понадобятся новогодние элементы. Ветка с шишками заснеженная, символ года зайчик, ягодки декоративные и ленточки с шариками. Первым делом нужно прикрепить декоративную веточку. Заснеженность ей придает белый налет. Его можно сделать с помощью специального спрея, но в нашем случае ветка уже заснежена. Затем удобно усаживаем символ 2011 года – кролика, зайчика. Воплощение большой плодовитости и спокойствия. Это сигнал к тем людям, которые еще сомневаются в прелестях семейной жизни. Следующий штрих – искусственная ветка калины. Мы приклеиваем ее, как и хвойную ветку, на горячий силиконовый клей. И последнее, что нужно сделать, это придать оформлению праздничность, нарядность с помощью ленточек и шариков. Так как это подарок, все равно должен присутствовать бантик. Коробка для подарка готова. Ее украшает символ года, а его основная характеристика – красота и дом. Возможно, и для того, кто подарит, и для того, кто примет такой подарок, 2011 станет годом укрепления семейных отношений на всех уровнях.